приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби, особенно коллеги по моделизму. Хочу сразу извиниться, давно уже я не занимался моделями, чуть более 4 месяцев, но на то были причины. Причины связаны со здоровьем, и не мог сидеть и заниматься вот именно с мелкими деталями. Ну, теперь как бы возвращаюсь в строй и продолжаю работать с тягачом АТТ от фирмы Трумпетер. Как бы немножко поделал, подготовил его уже к покраске, практически уже все полностью собрал, сделал траки, собрал гусеничные ленты. Вот так вот сейчас все получается. Траки собирал при помощи кондуктора специального для траков. Покрасил, как видите, катки. Ну и, в принципе, модель уже готова под покраску. На данный момент так сейчас все получается. Замаскировал скотчем стеклышки. Короче, как видите, все подготовил под покраску. Осталось немножко доделать и будем красить. Как видите, траки очень хорошо легли. Сделал их с двух половинок. И теперь, чтобы не перепутать, я их промаркирую. На правой стороне напишу буковку П. Ее не будет видно потом. Ну, главное, чтобы теперь самому не запутаться. Траки собирались довольно просто. Сразу их подготовил. Все подчистил, подрезал. И все быстро собралось. Сначала, как и всегда, сделаю пришейдинг по модели. А после этого уже буду задувать в базовые цвета. И траки точно так же. Нанесу сначала на них черный пришейдинг, чтобы меньше было непрокрасов. А потом нанесу цвет металлических траков. Также осталось сделать, поставить на модель защиту на фары и сами фары. Инструменты, наверное, шансовый инструмент покрашу отдельно и потом аккуратно их приклею на модель. Подвеску полностью не собирал, специально ее собрал для того, чтобы поставить траки, чтобы красиво сделать провисы. Сейчас я все это поснимаю, и модель уже будет готова к покраске. Вот здесь надо немножко аккуратно снимать, чтобы не сорвать эти, правильно назвать, тракодержатели, или точно не знаю, не хочу врать, как они называются.
Танк хорошо стал на все точки после того, как установил траки. Балансиры не приклеивал. Специально думал, мало ли, может, придется ими регулировать. Ну, все. Все отлично сошлось. Все отлично стало на свои места. Не знаю, друзья, буду смотреть, конечно, по времени. Может, весь процесс снимать и не буду, а буду как бы показывать то, что у меня получилось поэтапно. Так, наверное, будет проще и мне, да и вам. Уже давно хотел вернуться в моделизм, но все никак не мог. Вклею стекла и приступлю к покраске. Так вот получаются катки. Здесь я наносил краску старая резина. А зеленый цвет краска фирмы Мистер Хобби 4БО. Очень красивый цвет, довольно натурально смотрится. Сейчас подготовлю полностью модель к покраске. Покажу вам, что у меня получилось. И будем красить. Вот так вот получились траки. Изобразил небольшой провис. Траки очень хорошо собирались, очень хорошо обрабатывались. А собирал я их при помощи такого вот кондуктора самодельного. Сделан из оргстекла. Делает мой хороший знакомый. Сам. И довольно достойно все получается. Вот так вот собирал на данном кондукторе каждый трак. Собирал в ленту. Потом немножко наносил клея. Когда клей начал подстывать, я примерял куски на модель и изображал, где надо, провис. Очень удобно, очень хорошо собирать на данных кондукторах пластиковые траки. Пробовал металлические. Металлические также собираются без проблем. Можно регулировать ширину, регулировать разные размеры. То есть траки можно собирать разных размеров, от маленьких до больших. Также есть такие кондукторы заводского изготовления. Делаются они из фанеры. И делает их фирма WinModels. Кстати, на сайте YaModelist вы можете найти такие кондукторы от фирмы WinModels. Ну, мне немножко не хватило длины. Вот если бы он буквально был длиннее сантиметров на 7, было бы вообще идеально, просто идеально. Ну, и при помощи данного кондуктора мне понравилось собирать траки. Пришел к логическому завершению. Модель полностью готова к покраске. Поставил лобовые стекла. Собрал элементы светоотравления, приклеил. Фароискатель поставил. Защиту фар. Сами фары уже после покраски поставлю. Фары буду ставить от фирмы Эльф. Поставил ручечки с фототравления. Модель пока не склеивал. Ну, точнее, верхнюю часть с нижней покрашу. Потом разберу, чтобы поставить гусеничные ленты. И после этого уже склею. Но, как видите, здесь все на щелчок довольно крепко собрано.
То есть очень хорошо стыкуется, очень хорошо модель собирается. Могу ее порекомендовать даже для начинающих моделистов. Модель в сборке очень понравилась. И сам пластик хорошо обрабатывается, хорошо все стыкуется, ставится на свои места. Поставил ручечки, стекла в двери не вставлял, так как буду красить это все отдельно. И потом уже поставлю на модель. Потому что стекла ставятся с внутренней стороны двери. И потом, когда снимаешь маски, можно его вдавить назад. А если двери уже будут вклеены, то иногда проблема потом возникает со стеклами, чтобы их достать и потом назад как-то вклеить. Все буду лакировать. Люк надо еще покрасить. Забыл про люк, когда красил внутрянку кабины. Не знаю, как сейчас будет видно, нормально, ненормально при таком освещении. Ну, кому интересно, как это все собиралось, у меня на канале есть два видео по сборке. Ну что, друзья, буду приступать к покраске. Сначала сделаю пришейдинг, покрашу гусеничные ленты, а после этого буду наносить базу и ее высветлять. Уже в следующем видео покажу, какими красками буду пользоваться, и будет видео уже по покраске данной техники. Как я и говорил, я буду теперь снимать где-то этапами и показывать уже проделанную работу. На этом, друзья, буду заканчивать. Как видите, за модели я снова взялся и продолжаю работать в сфере моделизма. До новых встреч, всех благ вам и вашим близким!